Ребята, всем привет! Сегодня уже 31 декабря, последний, крайний день моего челленджа и день Нового года. Я еще работаю, у нас без 15:03 уже. Я помыла голову немного, ну, не немного, а полностью. Нанесла патчи, немного привести себя в порядок к Новому году. И буду сейчас дорабатывать, не знаю, как получится, во сколько закончу. И будем уже тогда готовиться к Новому году. Все отдыхают, там готовят салатики, смотрят фильмы, а я работаю. Ну, ладно, сейчас тоже буду дорабатывать и тоже буду наслаждаться и отмечать Новый год со всеми. Ребята, у нас уже вечер, мы уже почти готовы к Новому году. Я уже накрасилась, вот так вот немножко уложилась, нарядилась. Так, ну, короче, как было 29-го. Вот. Мама с Иришкой тоже собираются. Нафуфыриваются. Самса, смотрите, какой корзинки. Очень классно. Красиво. Давайте похлопаем все нам. Сегодня 31 декабря, 7 часов вечера. И мы начинаем нашу новогоднюю раздачу подарков. Ну что же, с кого начнем? С белых пакетов. С белых пакетов, сказали из зала. Поэтому давайте самый первый, который вот здесь лежит. И он Владимиру Ивановичу. Ой, как красиво, смотри, с тигром. Ну что, выпьем за первый подарок. Ну что же, начнем. За коньяк коньяком. Второй белый, а давайте разнообразие. Давай, один на куда, один на куда. Ну что же, тут не посмотрим, куда руки упадут, куда руки упадут. Ну давайте вот этот. Давайте. Он мамочке Ларисе. Мамочке Ларисе. От души и не нуля. Ира, бери. Да, обалденно. Раскрываю. А что, надо смотреть, да? Серега, вообще пепси хорошо с коньячком. Конечно, надо. С виски. Давай этого 3 числа. Что это? А что это такое? Розовая соль, что ли, блин? Розовая соль? Не, не соль, не соль. Нет. Сахар. Ну, сейчас увидим. Ура! Ура! Илюше от Нины. Нет! А, блин! А, Иришки, наши любимые. Это вы не! Ты понял! Я не могла! Блин, а давай я прочитаю, что там непонятно написано. Нет, от кого Илюша и Нина? Ну я что-то это. Это от кого, да? От кого? Я просто привыкла, что сначала пишут это. Ну, значит, я раскрываю. Я прям даже не ожидала, что это мне подарок. Поэтому я так. Она поздно его принесла, чтобы ты его там не глядела. Ну да, я думала, догадается. Ну я знаю, что это уже. Знаешь? Ну не знаю, что там внутри. Ну то есть.
Ой, а что это? Лаш, потому что тут написано. А, написано. Тут написано, что это. Ой, как пахнет, это пошел запах. Пошел. Ой, ну прям. Ой, интересно. Ой, это тут такой секрет. Сейчас, подождите. Это бомбочки из лаш! Их тут так много! Они очень красивые! Их три! Там две бомбочки, одна пена. А, вот это, наверное, да, пена. Пена. Какая красота! Дайте я всем покажу. А? А мне можно одну попробовать? Пап, тебе? Ну, сразу искупаться. Ну, давай, хорошо. О, спасибо! Это очень классный подарок! Спасибо! Я такой очень люблю. Спасибо! Спасибо, Илья! Спасибо тебе большое! Спасибо. Нет. А ты-то что полез? Ты-то что полез? Опа. Вот. Опа. Смотри, какие штанишки с тобой. Три полоски Adidas. Классно. Вот точка вот. Спортсменка. Спасибо, Маркадо. Верка плохая. Верка плохая. И кто открывает дальше, давай. Не начинай, давайте. Давай. Шампура я чувствую, наверное. Это нужно. Да, о. Ну, доставай. Один покажу, вот, спасибо. Тихо, тихо. Надо пробовать. А то такие все страшные. Если мало будет, у нас есть тоже 6. Да? Да, вот мясо весна сделаем. Спасибо. Правильно. Не да. Меньше. Класс. Слушай, блин, шашлыки. Тут Лилия Аданилич. Оля Аданилич. Это мы. Это мне, да. Это мы. Это вы. Так. Один подарочек. Подожди, Павлик, там все мне. Ой, тут столько конфеток. Кидай на стол. Шоколадки, вот такие вкусные. Вот. О, Рита, ложи, ложи. Маленькие такие. Да, 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 нет, да, нет, да. Нет, это в тумбочку на второй этаж. Да, мою тумбочку. Да, на второй этаж мою тумбочку. Грустнется? Будем есть. Держи пакетик. Ну, начинается. Что-то у меня какая-то коробка большая. Так. Так, тут подождите. Ой, конфеты. Конфеты. Слушай, они так упакованы. Да, тоже жалко. Да? Ой, так жалко даже распаковывать. Все сразу забирают. Так. Ой, что у меня? Такие, да. Ой. Ой, что у меня? Вот тебе. Ой. Шар. Палантин, ну шар. А, шарчик. Видите, какой. Ой, какой мягкий. Это на всех четырех хватит. На всех четырех один. И вот туда по цвету этот. А, и к цвету сумка. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Прошу заметить, какая розовая, фламурная. Любимые Нинули. Ну, так получается три, наверное. По почерку понятно, что от него. Ух ты, какой красивый. Да, фиолетовый, розовый. Как будто не знаешь. Не знаю. О, ну там прям что-то красивое. Ух ты, духи. Это какие духи? Ты покажи хотя бы. Я не Манжера. Мансера. Лонли Гарден. Ничего себе, я не знаю. Да. Сразу распечатали. Это какие-то? Конечно. Духи. Французские? Французские. Да. Это которые не особо раскручены, кому никто не понимает слово селективное. Ну выглядит богато, богато. Обалденно. По-французски. Супер. Будем нюхать хотя бы, дай понюхать. Да, чуть-чуть понюхать. Следующий подарок. Папе Сереже от Илюши и Нины. Ой, Саша. Давай зажжем. Это не да. Нет, виноватый. Неожиданно, а он, да? Знает,
Это тебе не надо. Ну, ты на скидом обычно, ну что? Надо. Очень интересно, это мне. О, конечно. Кусочки, наверное. Папа, у нас креативный, мне все понравится. Опа! Ирина! Ирина, себе перешли дорогу. Смотри, что делает Сережа. Ну, теперь не понравится. А у тебя теплый? Да, у меня теплый. А у нас? А это на дом. На дом. Спасибо большое. Я думаю, что у каких-то... Пожалуйста. Прям по размеру, прям отлично. И они такие высокие, хорошо. Да. Ты же сфоткай их вместе, гляди. Сейчас кто-нибудь тебя будет, надо сумку ловить. Серега, так росы все парки. Вот здесь я тебе применяю. Ну что же, начнем дальше. Давай. Илюша, отец Вилли и дядь Паша. Могу догадываться, конечно. Знаешь что, Илюх? Даже знаю, наверное. Ё-моё! Трусы! Четыре штуки. Это вот пять, каждый день. Цвета такие клёвые. Японские? Да. Необычные, да? Классные. Как это выбрало такие? Еще кое-что, носки. Спасибо большое. Спасибо. Дождался теплых носков наконец-то. Ну да, хотел. И трусов. Спасибо. А так вообще хотел без трусов, но еще. Да, следующий подарок. Илюха! Нет, ты, конечно. Еще что? Два подряд, я что, не знаю, кто идет? Вот дедулечки от внучки Иришки. Это то есть я, да. Открывать? Да, конечно. Но мне интересно. А как бы, если тебе сложно, не понравится, ну... Не, не нравится. Все понравится. Такая, для богатых. Это паста. Дед, ну все сделаю. Овощи тоже. Вау. Сережа получилось опять. А кому положил, кому получилось. Кому положил, это от кого? А это от Ильи Паши. Паша. Вот так. Сережа у нас сегодня... Посмотри, медали. Опа. Гель для душа. Что там? Да что там? Это лезвие. Паша попробовал, ему очень понравилось. Попробуй. Попробуй, спасибо. Корейские. А, корейские. Это что, Сережа объясняет? Полотенчик? Полотенчик. Да. Ты меня снимаешь? Да. Спасибо. Представляешь, как ты будешь выглядеть? Да. Это точно остров Крит минимум. Мы живем. Нет, это... Валентине Павловне, Карвалина. Японская. Ты будешь теперь тут отрадить самое красивое бак. Красивое бак. Откройте. Для здоровья. Витамины. Заварите, что надо. Русский чай. Ручной работы. Петербург. Еще что-то там было. Давайте. Не знаю, как открыть. Да что ж. Мальчик. Под твой цвет, бабок. Под твое пальто. Ой, вот подходит, да. Да, под пальто. Да, да. Ну все. Опять выпить все. Что там осторожно, осторожно. Ну это хорошо каждый, как. Старушка, конфорная ситуация. Сейчас как откроешь. Пусть это наверное пару. Мазеку тигренок. Да, я видела. Ой, мне косметика. Мне пудра, тушь.
Это маска. Сыворотка это, и маска. Резиновые изделия. Всё, я теперь самая красивая. Ты так красивая, вообще будешь просто блистать. Пожалуйста. Спасибо большое, мои сладкие. Вообще. Просто обалденно. Ну что, следующий подарок. Это соберем. Моя любимая сестренка от меня. Выбрать, а, мне? Да. Женина. Ну что, я даже не знаю. А, да, никто не знает. Ой. Бантик. Деньги давай, подают. Подержу бантик. На лоб. На лоб. Звезда. Елочка. Так. Ух ты! Ух ты, Иришка! Это купюрный блеск! Да, это, такое, это масло и блеск. Вот да, масло штука. Для губ да. И карандаш! Иришка, спасибо! С Новым годом! Конечно! Я думаю, что ей такое нравится. И, конечно. Да, круто, конечно! Я сюда вкладываю. Все, хорошо. Ну что? Давно не было меня, Ирины Сачковой. Так что я сейчас выберу себе подарок. Ну давай себе выбирай, ищи. Белый, я видела где-то. Да, белый, хорошо. Ну вот это белый, это для Ирины. Да, для Ирины. Вот для Ирины, Ирине. Ну что ж. Первое это. О, конфеты. Такие. Тут у меня киндеры. Ну, короче, класс. Риттер Спорт, да, там? Риттер Спорт, да, там Риттер... Ну вот, не буду показывать, чтобы не сглазили. Ладно, ладно. Тут у меня тоже что-то интересное. Ух ты! Что же там? Сумка! Какая поднямая! Ой, а как ее? На поезд. А, на поезд? Все, поняла. Инвалид на поезд. А что там? Инвалид сделали на месячную. Сказка, ложь, давний намек. Это правильно? Да. Спасибо большое. Очень классно. Прикольно. Да, такая. Russian. Классная, мягкая, очень да, такая? Классно, да. Спасибо большое. Шарф это сказка, конечно. Мне такое надо. Да, ой, очень хороший. Какая красота. Какая красота. Классный, такой мягкий. Да, очень классно. Очень классно, спасибо большое. Она любит, да. Ой, супер. В нем и пойдешь. Отлично. Да, пойду в нем сегодня. А вот сюда вот она. Даже интересно, что там такое? Ну, давай посмотрим. Не белый. Не белый, какой-то особенный. Белый кончик. Не победился просто. О, значит, там что-то такое. Масштаб. Я вижу. Ну что, что там? О! Очень классно. Нина, мы вперед купили, чем ты их там разберем. Да? Да? Ну, тут что-то еще. Ой, там что-то еще. Ух ты, Happy New Year, красивая. Мясо. Очень красиво выглядит. Тигр вообще классный. Тигр вообще. Тигр я подъездят. Зачем цифры другие, чем мальчишки? Так, ладно, следующий подарок. Большой, спасибо. Вот я с краю не берешься. Нет, конечно. Ларисе от Паши и Лили. Вы какой со снежинками. Красивый. Yes! Мы не спутаем с тобой? А тебе два? Мне два, да. Красивый. Жена, это да. Такое вообще супер качество. Спасибо, Лили, спасибо, Паша. Это, ну, это просто шик вообще. Видите, очень такой, классный, да. Очень красивый. Просто, да. Комплект для души. Это мой любимый. Гель для души, да. Хорошо. Классно. Спасибо. Это, ну, это вообще просто цвет обалденный. Да, красиво. Подарок Илье от меня. Что-то маленькое там будет тебе. Мыло, что ли? Что-то твоя честь. Я так сижу, даже не ожидаю никакой подарок. О, японский. Чехол под наушники. Так,
то, что надо, а то я хожу с девчачьими книжками. Спасибо большое. Пожалуйста, Илюш. Укажи, какой. Илюш. Тут красивый цвет. Ну, какой? Тебе такой нравится. О, класс. Коричневый такой. Бордовый. Бордовый. Чоколадом. Да. Такая майка у тебя есть. Это наши Ниночки, а дядя Сережа и тетя Ларина. Опять Ниночки. А Ниночка сегодня в ударе. Что это такое? Это похоже на все было. Потому что это Ниночка. О, это что за шоколадки? Риттерспорт. О, ну это что? Сказка. Я люблю Риттерспорт. Телефон, по-моему, да, чей-то? Да. Ваш чей-то. О, Шар. О, у меня такой же, Нина. Только у меня другого цвета. Смотри. Нина, это картинка. А мне под пальто. Подойдет. Черные куртки к серой куртке. Точно, прям идеально. Сегодня идем всем шарфом. Да не спешите вы, не спешите вы. О, какой шар. О, как не разведет. Молодая. Классно вообще. Вот хорошо. Очень классно. Из полмагазина купила шарфы. Ой, что-то такое интересное. Сумка, что ли? Сумка! Ух ты! День сумок! Но это там пальто, везде, ко всем. Да, к пальто подойдет вообще. Очень хорошо. Снабжена, да. Это Паша Данильчук. Я не буду скрывать, что вам его завидно. Да, ну уж давай, чтобы завидно было. Опа, на мне не нужно. Это твоё. Вот и все, вот все. Какой маленький подарок. Все продумали на Паше. Ух ты. Йоу, это хорошая вещь. Ты такой не пробовал? Не, хорошая вещь. Спасибо, спасибо. А, пробуешь, это текила. А Елена уже интересует, что это такое? Ну, спасибо большое. Спасибо. О, это... А сейчас узнаем, какое. А вот узнаем. Это чудесная коробочка. Это любимая мамы Ларисы. Да, вот, да, получается, это вы. Это мне. Ой, какое красивое. Да. Платье подходит тебе, Лора. Поставь. Тут одна коробка уже подарок. Все, можно не отрывать. Прикольная коробочка. У них туда складывается. Мэри Крисмас. Это от кого? От нас, Леша. Ой, какая красивая. Мама Ларисе. Сейчас какой-то взгляд, руки такая. Вот это коробка, да? А что, интересуется, да? Какая красивая, а больше нет такой. Значит, мне такой не подарок. Это маска. Это... Маска? Маршмеллоу. И пенопласт. Дети пошутили, да? Дома не холодно, удивите. Это вот сюда надо, да, положить? Ну, можно. Там еще вон этот пакет хочется. Ой, там бомбочки тоже, Лора. Да ё-моё, какая красота. Есть, что я с тобой поделюсь? Нельзя ни с кем делить ничего. Не пользуюсь бомбочками. Пользуюсь. Вау! Смотрите, значит, первое это голубого цвета со звездами. Оп! Смотрите. Ого! Красивая. Понюхайте. Это... Но это очень хорошее пахнет. Клевое пахнет. Это вообще... Дороже есть, да? Ну там, по-моему, моё. Вот еще. О, это вообще. Вот такая у тебя тоже, да, Рин? Вот это да. Вообще прям к платью, прям к тебе. Платье. Это новогоднее. Ларисе прям в платье можно. Занырнуть. Ой, они красивые, вообще нереальные. Вообще. У меня была одна. Это или две. И куда ты их делал, ты не помнишь, да? Есть нельзя. Они прям красные, пахнут. Можно есть. И вот еще. Прям апельсином лей. Да? Да? А что, когда кидаешь? Да, пахнет, какая-то да? Фанта прям. Да, там что-то происходит, вообще какие-то извержения. Релакс на новогодних праздниках. Да. Ура, релакс. А вот здесь можно дарить подарки для души. Да, вот описание. Там. А, вот. Она его уже сфоткала, чтобы не пропал. Она все так щупала. Я пыталась понять, что же там. Положила. Очень давно. Ой, ну прям вот трясет меня.
Что же там такое? Так, сначала маска. Такая вот. Да. И набор косметики, который я очень хотела. Да, и коскин. Спасибо большое. У меня, кстати, была такая мысль, что это... Да, да. Хотела такую штуку. Да, очень хотела такой набор. Он такой классный. А там, много чего в наборе, да. Это вот сбалансированный уход для комбинированной нормальной кожи. И там много чего есть. И вообще, короче, все. Я не могу найти где. Там где-то было написано, да. Да. Ну, в общем, очень классно. Я очень хотела такой. Я даже не видела в нашем золотом яблоке такого. Ой, ну прям красота. Спасибо огромное, ребят. Вообще, подарок сказка. Ну, же подарок сыночку от папы и мамы. То есть теперь я. Вот сыночек. Там одни шоколадки. Такое ощущение, что еще один чехольчик у меня. Зеленого тоже ты любишь. Прикольный, да. Буду менять. Туда-сюда. Под эти, под штаны там. Это завтра выиграешь. Лотерейный билет, билет. Конфеты. Миллиард нет, сразу есть машина. О. И можно не работать. И можно. Что замотали? Все родные. Духи? Духи. Да. Класс. Вот это вот. Спасибо. Подходит к тебе к твоей майке. Майки твои подходят. Класс, спасибо. Очень красиво. Класс. Это мне надо, это я заказывала. Это мне еще? Надо. Это мне надо. Это не надо, я думаю. Ух ты, это же красивое такое. Какао, это конфеты? Да. Шоколад. А коробочка какая красивая. С ума сойти. Две коробочки, ладно? Мне коробочки. Деревянная, что ли? Да. Ё-моё. Япон. Да. Ну а что там, давай посмотрим. Сигары. Из сигары я прям закурил. Ух ты. Ну, красивые. Ну, будем пить как кофе. Как кофе. 11 января. Классно. Турецкие конфеты. Очень красиво. Очень подарок. Бабульчики. От внучки Иришки. Какие красивые эти упаковки. Крабик упел. Еще что-то интересное. Это крем для рук. Все. Спасибо. Еще я еду, да я пасту убью. Здесь крем. Илюши от Владимира Ивановича и бабушки Валя. Так, что там еще знаем? Объяснили покупали. Я сам выбирал. Молодец. Но у меня тоже вот это все на донышку, и мне очень надо. Большое спасибо. Это самые необходимые вещи. Постоянно необходимые вещи. Конечно. Я дорогие купил в жилье. И уходит они. Правильно, потому что им очень классно выдают. Ну и все. Там еще шоколад, ты вроде идешь. О, весовая эта тема, я обожаю. Это шоколадная лента, да. Да, конечно. Спасибо большое, ваше подарок. Еще подарок папе Вове от детей. Папа Вова, держи. Папа, ну. Что там лизывается? Что там, что? Ну-ка. Мясо, да. Павлик, открой. Не может. Я все открою, где мы. А, эти я даже попробую. Хорошая, да? Я за рубашку купила. А что, нет, сама? Это не надо. А это турикота уже. 6 лет. Пацаны, ну давай, дорогой. Мы же отказывали, да. Следующий подарок. Дядь Сережа от меня. Вообще, мы столько подарков. Опа. Так,
И все. И все. Шоколадка! Это он любит. Это я люблю. Ой-ой. Свечку подождешь, новогодняя. Шоколад. Слушай, ну если они бомбу сделают, свечки подождут. Романтик. Класс. Спасибо. Красивая такая. Краткий курс для города. Да, да. Тебе это очень подходит к нему. Очень, это прям то, что очень. Надо. Ну, Сережа завлекся, видишь как? Может, тоже. Ну, будет читать и рассказывать. Да, да, да. Там, почитать, конечно. Ну, сзади лодка есть. Я такой, здесь. Чуть-чуть. Франция, Италия. Не, пока не надо, пока не надо. Ну, она такая, как... Я не могу. Все, фуа-гра. Илюша готовит нам курицу по-пекински. Вот такой вот красивенький, синенький, блестященький подарочек. Папе Паше от Илюши и Нины. О, он от папы Паши. Давай, папа Паша, открывай. Открывай. Да не будем показывать. Он будет тебе цветочки прикинуть. На макушку. Опа, что-то там такое. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Иди переодевайся, Паша. Иди, о, я еще не знаю, что это такое. Опа-на, опа-на. Да, а то это у тебя страшный пузырь. Давай, одевай. Давай, пап. Снимай эти скрепки. Они нули, а Деда Мороза. Ничего себе, какая-то через окно залетевший к нам подарок. Давай, Дед Мороз, а не Илюша. Ира. Рассекритель Деда Мороза. Ты, да? Так. Это маленький. Ух ты, тоже бомбочка. О, ну это прям такая. Покажи-ка. Ой, ну какая красота. Так люблю бомбочки. О, класс. И шоколадка. Ой, шоколадка. Какая прелесть, какой милый подарок. Супер, класс. Спасибо. Пожалуйста. О, ну прям милашки. Ну давайте подарки. Давайте за подарки. Следующий подарок. Да. Илюша от Нинули. Илюша от Нинули? Что-то, по-моему, третий раз. Такой изумрудный. Вы смогли посмотреть, берегину с подарком, где все, нет? Как вы это делали? Туда поднимали, не спускали. Красиво упакован. Какой-то знак. Это что? Духи. Гермес. Гермес? Да. Класс. У меня двое. Это хорошо. Да, Илюш хотел такая себе двое, чтобы у него было. Илюш, у тебя двое духов. Двое чехла, да. Они красивые. Всего по два. Это на эту руку сейчас брызну. Давай. Ну, давай. Они тоже по цвету подходят. Да. Она опускается. Ну, его Гермес. Там есть наклейка, есть. Вот она. Дедушки от Илюши и Нины. Слушай, тебе не кажется, что они вот между собой какие-то разыгрывают? Тусуют туда-сюда. Владимир Иванович пятый раз уже ходит, наверное. Опа. Ой, дед, а на твоей ряда хорошо смотрит. Я шучу. Хеллбой. Не надо. На двери не надо. Главный подарок. Подарок, дедушка, это ты. Пиши, дедушка. Опа-па. И у деда там очень хорошо. А, у меня другой цвет. Такие же, как у бабушки. Только цвет другой. Да. Это как у нас. Все, спасибо. И папа. Нет, они теперь и шап. Иринки, а дедушки и бабушки. Это я. Иринки, это дедушки. О!
огромные, как мы динозавры. Я думаю, что они выросли уже. Мы сегодня будем раскрывать. Конечно, прям сейчас. О, давай! И косметика. Спасибо. Так, ну что, вы готовы раскрыть? Дезодорант после приятия даже не обязательно. А у них там... Ладно, сразу подарю. Главное, не повторяется. Подарок Нине от бабушки и дедушки. Вот, и сразу. Открывайте. Тоже киндеры. Ну, а то что? О, да! Я будем распаковывать, Ирина. Я должен уже... И косметика тоже, ух ты! Ну все, мы это, при параде. Спасибо большое. Спасибо. Вот такой. Огромная. Новогодняя калина. Да, новогодняя должна. Да, вещь новогодняя нарисованная. Ой, прям так тяжело открывается. Конечно. Так, сейчас соберу. Но я уже понимаю. О, у тебя прикольный. Да, у меня на санках. У тебя покажи. Вообще классный. Угу. Скажи классные игрушки. Угу, очень классные. Начинается. Ужил. Киндер. Голодный. Обожаю киндер. Давай, держу. Это Павлушки. От родителей. О, ну открывай. Ух ты! Камень. Кирпичи тебе положили, родители, что ли? Детали. Детали? К машине? Мотор? Аккумулятор? Новая машина. Опа. Опа. Я знаю, что это. Вот это такое. Холодильник. Холодильник. Под пиво. Под пиво. Уже спил. Опа! А ну, барышка, мне покажи это, пожалуйста. Тащили сюда? Да это Лилечка. Где тащили, папа? Это все тут. Я понял. Опа! Ох ты! Опа! Не бейте, говорит. Родители нас спаивают. Бакарди. Нет, это мартинзанда. И шоколадочка у меня. Какая прелесть. С малинкой. О, я люблю вот эти. Чё, кому это? Не подписано? Там еще и внутри упаковка. Кому открывай, это? Открывай, маме отдавай, открывай. А кому это? Мама? Открывай, маме отдавай. Мне, да? Там комплект. Нет, она упакована. Нет, тут что-то упаковано еще. Да, там что-то вообще такое. Да. Уже от родителей. Прям никто не знает. Верно. А Дед Мороза. Мороза. Это прям такое, да. Это что-то прям вообще. Сказочный подарок. Вот там упаковали, блядь. Не снимай. Для страхи, для родной это. Да, снимай. Это подожди. Снимай. Файлики что-то тут. Снимай. Тут подожди. Это правда жесткая. Бабушка, это бабушка или кто-то. Что-то там? Да, тут что-то вообще. Такие догадки. Да. Смотрите, какой у меня Дед Мороз. Ну, я же говорю о Дед Морозе. Обалденный. Красивый. Да, на елочку. Классно, на елочку. Так, тут какое-то письмо еще от Деда Мороза. Да подожди. Всем привет, поздравляем с Новым годом. Желаем взаимопонимания в семье, счастья, радости, крепкого здоровья. Пусть Новый год принесет только хорошие события. Пусть ваша семья растет с праздником. Орловы! И какая-то настольная игра. Да ты что, Лин? У вас! Спасибо, Юлечка, обязательно будем играть. Да, суперский подарок. Спасибо большое, очень классно. Неожиданно. Твин, да, очень неожиданно и приятно. Откуда подарок, никто не знал. Да, неподписанный. Неподписанный, а Дед Мороз, да. Попал. Уже висит такой. Класс. А я-то думаю, от кого это?
Да, Иришка не поняла. Я не поняла от кого. Ну да, там бывает. Так. Так. Вот это да. Это Илье от Иришки. От Иришки? Да. Опять. Второй. Да. У тебя сегодня две в этом году. Туда. По два. Нет, это не диплом. О, ну ништяк, это тоже мне надо. Спасибо. Это нужная вещь. Да, да, это всегда ништяк. Иришки хорошие, два в одном. И шампунь. И голову, да. Тело, и посуду, и спасибо. Не, жизнь, от родителей. О, еще? От родителей. Ничего себе. Штаны! А то у меня порвались мои уже. Это правда. На стол фел похож. Не, на домашние. Да. Еще одни штаны. Нина, смотри, у тебя вообще. Ух ты, какие красивые. Тебе на год не хватает одни, понимаешь? Нет, ну да, это чтоб точно мне хватило. Такие модные вообще. Ух, носки! Тигриные! Тигриные! Будешь сегодня спать на носках и с двумя тиграми. Очень классно. Двое штанов. Сегодня у нас все по двое. Ну раз Нине был подарок от родителей, то уже был подарок от родителей. Давай. Так. Иришки от родителей. Тут какой-то вот такой маленький бат. Что же? Так уже ещё один фильм. Иди в лапши, тебе поменьше. Что это? Дискошар! Маленький тебе, дочка. Его нужно куда-то повесить. На люстру вешать. Обожаю. Спасибо! Класс! Диско! Спасибо! Вечеринка! Украшения! Знаков зодиака весы. Какие весы? Да. Либра. Хорошо. Ребята, всех поздравляем с Новым годом, желаем счастья, здоровья, успехов, любви, денег, всего самого наилучшего вам в Новом году. Самое главное – здоровье. Счастья, будьте счастливы и здоровы. И все остальное будет хорошо у вас. Мы уже, короче, отметили Новый год, послушали речь президента, выпили шампанское. И у нас будет салют в нашем поселке. Уже начался, но это не наше, да? Это, наверное, вон там вот, чуть подальше. Вот, так что мы сейчас ждем бабушку с мамой и пойдем смотреть. Он начнется, по-моему, в 00:40, а сейчас половина первого. Фух, тетя Лариса и дядя Сережа уже уехали домой, потому что дядя Сережа завтра на работу. И мы вот остались. Пойдем, получается, впятером. Папа с дедушкой не пойдут. Очень классно мы отметили, конечно. Я вообще держусь до последнего. Идем на салют. Все, пришли?